Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A04 против Samsung Galaxy A04e. Вот. Смартфоны не отличаются по внешнему виду практически. Немножко отличается блок камеры. У 04 он чуть-чуть выпирает из корпуса. У 04e он не выпирает из корпуса. А так, во всем остальном, по внешнему виду идентичные смартфоны. Давайте включим их, посмотрим, будет ли разница по загрузке. Они очень похожи, отличаются мелочами эти смартфоны. Сейчас вот разберем, чем именно они будут отличаться. Вот такое вот небольшое, да, визуальное отличие у них есть. И, кстати, динамик. Тут вот больше, прорезь для динамика больше. Тут прорезь для динамика меньше. Вот так вот видно. И ожидаем включения. Дисплеи не отличаются. PLS матрицы, HD плюс разрешение 1600 на 720 точек. Вот у них вроде как отличаются версии процессоров. Давайте откроем, посмотрим на результаты тестов, будет ли какое-то там, ну, реальное отличие, потому что вот по реальным задачам, по играм, по производительности отличий нет. Вот, CB, MT6765V CB, нет, тут отличий нет. И по видеоускорителю тоже. Ну, давайте посмотрим на результаты. Вот одноядерный, мультиядерный тест, ну... Практически идентично набирают. То есть, я думаю, если перезапустить тест, то цифры могут немножко отличаться или быть равными, или у Galaxy A04 будет больше. Давайте по Antutu еще посмотрим, так, для галочки. Ну вот, на сайтах, где я смотрю характеристики, Helio J35 против Helio J35P. Вот, что... Вот сайты некоторые указывают отличия. 119, 126. Ну вот видим, да, закономерность по тестам, что это устройство A04e набирает немножко больше. Хорошо. Так, давайте теперь посмотрим. Поговорим о других отличиях, то есть более основных. То есть так они работают вообще одинаково. PUBG Mobile, игры, все будет работать одинаково, задачи все выполняются одинаково на устройствах. Отличия, вот небольшие косметические отличия. И по камере. По камере отличия у Galaxy A04e камера хуже 13 плюс 2 мегапикселя, тогда как у A04 камера 50 плюс 2 мегапикселя. Вот в этом, в принципе, и заключаются все отличия данных смартфонов. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxim Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!